Отлично, замечательно. Повелитель такой же энергичный, как и был раньше. Кажется, он уже почти полностью оправился от раны. Верно. Это счастье для нашего народа и всей горы цветов и плодов. С чем пришли? Ко мне, а? Мы к вам из-за камня рожденного. Что, с ним какие-то неприятности? Нет, но из-за него все наши труды могут... Да что вы мямлите! Этот парень вместе с фруктом целыми днями гоняются за зайцами, ловят стрекоз, на всей горе дым коромыслом. Рано или поздно он попадет в большую беду. Нужно научить... Ай! Ну, хватит, расшумелись. Камнерожденный — это тело, созданное силами природы. Он искренний и бесхитростный, как в словах, так и на деле. Если ему что-то запрещать, то это навлечет еще больше беды. Но мы ведь не можем все время потакать ему. А вы попробуйте ему объяснить, научить, и тогда все наладится само собой. Есть! Кто разрешал вам сюда лететь? Летите домой, обратно! Давайте! Камнерожденный! Ты ни на что не годен, только мешаешься постоянно! Ты неорганизованный невежа! На этот раз не отвертишься! Я и не собирался! Как же у меня руки устали! Давай передохнем! Хочешь? Отдыхай! Ты болван! Зачем слушаешь эту банду стариков? Они просто обижают тебя! Не в этот раз! Я сам виноват! Да ты окончательно пал духом! Не позволяй им командовать! Да хватит тебе жаловаться! Лучше бы помог хоть немного! Иди отдыхай, я сам справлюсь! Я помогу тебе! Шестиухий, ты что здесь делаешь? Я только что вернулся и узнал, что ты наказан, вот и решил тебе помочь! Иди лучше отдыхай! Мы же с тобой братья! Забыл, кем я буду, если не помогу? Вы оба глупцы! Делайте, что хотите! Камнерожденный трудится, не покладая рук, а вы спите и в ус не дуете! Давайте! Давай! Подъем! Все работать, живо! Ах ты, малявка, что ты о себе возомнил? Пока вы тут спите, камнерожденный работает! Это несправедливо! Ерунда! Он провинился и понес заслуженное наказание! Вы четверо! Старые бестолочи! На словах вы все правильные, благородные, но на самом деле вы просто завидуете ему! Это такие друзья, как ты, испортили его! Что? Вы вздумали обвинять меня, такого искреннего? Если не успокоишься, пеняй на себя! И что вы не говорите? Да что здесь творится? Камнерожденный, что же ты натворил? Это наказание, часть воспитания! Но я не виноват! Маршалы Ма и Лю, генералы Бен и Ба, камнерожденный и правда не виноват, я был тут и все видел! А кто тогда виноват? Это я! Это все я! Я! Камнерожденный, ты просто решил свалить вину на него, вот и все! Что?
Даже если это правда, то тебя это все равно касается. Ты подвел царя обезьян, отплатил ему неблагодарность. Позабыл все добро, которое тебе сделали. Это неправда! Ну раз вы мне не верите, то будь по-вашему. Я ухожу, и пусть каждый из нас идет своей дорогой. Стой, не надо так. Генералы, маршалы, дайте камнерожденному и волшебному фрукту еще один шанс, прошу. Шестиухи, не надо. Мне кажется, что я здесь лишний. Меня все время будут ненавидеть. Береги себя и прощай. Камнерожденный! Ай, подожди меня, подожди! Генералы, маршалы, но ведь если он уйдет, то это... А куда мы пойдем? Да я не знаю, куда нам идти. Ты родился из скалы, а я сорвался с ветки. У нас обоих нет родителей. Мы блуждаем уже целый день. Я не знаю, куда нам идти. Смотри, белый олень! Точно! Привет! Добрый вечер. А ты кто? Я белый олень, а вы кто такие? У меня нет имени, но обезьяны зовут меня Камнерожденная, а это волшебный фрукт. О, почему вы здесь бродите совсем одни? У нас обоих нет родителей, а наш дом под открытым небом. Тебя что-то тревожит? Это так кажется. Нет, это я виноват. Это по моей вине персики укатились с горы, а все обвинили Камнерожденного, поэтому мы решили уйти с горы цветов и плодов. Так что это я виноват в том, что у нас больше нет дома. Не стоит переживать, о таких пустяках все образуется. Наверное. Моя хижина неподалеку, если хотите, можете переночевать у меня, а то уже темнее. Да? Ну, если не хотите, тогда будем прощаться. Возможно, нам еще предстоит встретиться в будущем. Нет-нет, мы согласны. Только помедленнее, пожалуйста, а то мы не успеваем за тобой. Ох уж этот Камнерожденный. Он, значит, натворил дел, а мы теперь расхлебывай. А что он натворил? Повелитель, смотрите сами. Он разбросал все фрукты, которые мы собирали. А у вас есть доказательства, что это сделал Камнерожденный? Доказательства? А если нет доказательств, то зачем вы делаете поспешные выводы? Гора цветов и плодов сплошь покрыта лесами. А вдруг с ним что-то случится? Как мы тогда сможем гарантировать безопасность остальных жителей? Идемте. Подожди, подожди. Ну, если боитесь, оставайтесь снаружи. Нет, мы не боимся. Но если мы друзья, то должны доверять друг другу. Дорога здесь не очень, но мы уже почти пришли, вот увидите. А что будет, если мы потеряемся? Откуда ж мне знать? Эй, фрукт, смотри, не потеряйся. Не переживай, я не буду проказничать. Здесь нет смены дня и ночи. И целыми днями можно нежиться на лоне живописной природы. И не нужно спать. Я хочу здесь жить. Вас ждет великолепный чай. Давайте вместе отведаем его. Хорошо, но как мы попадем на середину озера? Ну же, смелее. В озере обитает старый дракон.
И если вы потревожите его, я буду бессилен вам помочь. Этот чай растет в самых дальних углах 9 гор и 9 пещер. И называется он 9 божеств. Он впитывает самые соки мироздания. Как же долго у меня не было гостей. Я никогда еще не почивал гостей таким чаем. Пить его можно 2 способами. Первый способ, когда он сначала горький, но со сладким послевкусием. Как интересно. Можно сказать, что сегодня нас свела судьба. Я уже не молод, чтобы следить за всем этим, а достойного преемника у меня нет. Но как только я увидел тебя, я понял, что ты очень талантливый и одаренный. Может быть, ты хочешь стать моим учеником? Нет, я не выношу правил и ограничений. Если согласишься стать моим учеником, то выпей эту пилюлю, и весь мир станет твоим. Если бы я искал учителя, то выбрал бы царя обезьян. Этот старик уже ни на что не годен. С моими умениями ты сам станешь царем. Эй, ко мне рожденный. К тому же обезьяны к тебе явно несправедливы. А с моей помощью ты расправишься с ними. Что? Я говорю, что ты сможешь защитить гору цветов и плодов от демонов. Большое спасибо за предложение, но я все равно вернусь к обезьянам, хоть мы недавно и повздорили. А давайте пить чай. А то уже совсем остыл. Также этот чай можно пить маленькими глотками. И каждый глоток будет сладок и приятен. Но с приятной сладостью у вас также попадет яд. Верно. А это зеленая пилюля противоядие. Назови меня своим учителем, съешь пилюлю. Я больше не собираюсь оставаться наедине с таким подлецом, как ты. Тебе следовало бы раньше определиться, враг я тебе или все-таки друг. Наверху! Не бойся, я спасу тебя! Красота горы цветов и плодов соизмерима лишь с красотой небесных чертогов. На земле больше нет ничего настолько прекрасного. Но, почтенный, я все же не понимаю, что в этой горе такого особенного. Да уж, воины и полководцы не видят красоты. Повелитель! На горе цветов и плодов происходит что-то странное. Что? Я чувствую демоническую силу, но точно разглядеть не могу. А что с камнерожденным? Где он? А? Почтенный, почему ты так сильно переживаешь из-за какой-то там обезьяны? Что ж, возможно, это его судьба. Вот уж не думал, что мне суждено сгинуть в этом проклятом месте. Шестиухий, ты всегда будешь мне братом. Нефритовая хозяйка, твои ушки очень милые. Генералы и маршалы, вы хорошие, когда не так много болтаете. А еще, царь обезьян, кто будет искать для тебя лекарства? Я ведь отговаривал тебя от того, чтобы идти сюда. Твои слезы нейтрализуют яд. Правда? Не смейся, плачь. Будешь смеяться, я буду плакать. Вспомни что-нибудь грустное. Но мне с тобой всегда радостно. Я не могу вспомнить. Тогда вспомни о том, как ты висел на дереве. Что было грустнее всего? На дереве. Каждый день я смотрел на бабочек, которые свободно летали туда-сюда. На птиц, которые садились на ветку и пели песни. Какие солидовы. У тебя же было много братьев и сестер. Знал бы ты, как мне хотелось стать свободным. Они все смеялись. Отлично! Все, больше не плачь. Я буду твоим другом. Правда? А!
я придумал. Я додумал, что это настоящий дракон, а это, оказывается, облезлая змеюка. Точно, змеюка. Ну, давай, рептилия, давай. Что вы сможете найти противоядие? Рано радуешься, демон! Я все равно выберусь отсюда! Посмотрим, как ты это сделаешь! Я не боюсь тебя! Если выберусь, сожгу твою пещеру дотла! А что это за золотистые штуковины такие? Больно! Зачем ты это делаешь? Смотри! Мой свиток девяти божеств! Ха! Вот мы и выбрались, демон! На этот раз вам повезло выбраться. Но мы еще встретимся, будь уверен! О, стой! Куда? А как мы выберемся отсюда? Ну, если есть вход, то где-то должен быть выход. Пойдем наверх! Давай поскорее уйдем отсюда. Хорошо, но сначала нужно прибраться. Будете знать, как устраивать ловушки. Братья мои, послушайте мои слова! Слушайте, слушайте! Врагам нужно отомстить! Отомстить врагам! Вы двое еще раз откроете рот не по делу, принесу вас в жертву на удачу! Готовьтесь, братья мои! Скоро мы уничтожим гору цветов и плодов! Этот негодник чем-то разозлил банду демонов. Нужно скорее его предупредить.